На майских праздниках копейские начали наносить дорожную разметку. Первыми свежие разделительные полосы появились на проспекте Победы. Первоочередные – это у нас центральные улицы города Копейска, а затем прилегающие улицы и автомобильные дороги, по которым следует общественный транспорт. В разметку будет включена вся проезжая часть, также пешеходные переходы. Все будет согласно ГОСТов и согласно тех нормативных документов, которые предусмотрены для безопасности дорожного движения. Основной документ, которым компания-подрядчик должна руководствоваться при нанесении разметки – проект организации дорожного движения. В нем отмечены все необходимые линии и разрывы. Последних на проспекте Победы, например, должно быть два. Однако во время нанесения разметки их почему-то упустили. Разрывы в двойной сплошной полосе предусмотрены между домами номер 13 и 15 по проспекту Победы, а также прерывистая линия предусмотрена в районе дома номер 23 по проспекту Победы. По окончанию работ сотрудниками дорожного надзора ГИБДД Копейска будут проводиться проверки соответствия нанесения горизонтальной дорожной разметки утвержденному проекту. Если в ходе проверок будет установлено, что на каких-то участках дорог разметка нанесена не в соответствии с проектом, то будут вноситься предписания, в соответствии с которыми разметка будет приведена в соответствие. Подрядчики уже начали исправлять ошибки и закрасили двойную сплошную в районе домов номер 13 и 15. Рядом с домом номер 23 на момент съемки до сих пор была двойная сплошная. Ее должна заменить прерывистая линия. Проверку работ на проспекте Победы сотрудники ГИБДД проведут уже на этой неделе. Отметим, другие разрывы, которые существовали на проспекте до обновления разметки, противоречили дорожной безопасности и согласованному проекту организации движения. Поэтому добавлять их сейчас не будут.